Дональд Трамп озвучил в своем видеообращении план реформ, который он проведет в первые 100 дней своего президентства. Он поведал о своем намерении в первый же день на посту главы государства начать процедуру выхода США из соглашения по транс-тихоокеанскому партнерству. Вместо этого он планирует договориться о справедливых двусторонних соглашениях, которые вернут промышленность и рабочие места в Америку. Трамп рассказал также о планах снять запреты по добыче углеводорода в стране. Он отметил, что на посту президента будет работать в направлении защиты страны от кибератак. Данные заявления не несут в себе ничего нового. Глобализация должна дать временный задний ход, как коррекция рынка на бычьем тренде. Сам процесс глобализации развернуть невозможно, так как он является объективным следствием развития финансовых, транспортных и телекоммуникационных технологий. Вместе с тем, глобальную экономику, фондовый рынок и валютные пары в следующем году ждут очень неспокойные времена. Волатильность будет зашкаливать, а волатильность – это хлеб спекулянтов. США собираются добровольно отказаться от глобального лидерства. Еще год назад это представить было просто невозможно. В этом контексте прежде всего интересна судьба доллара в среднесрочном плане, а также вероятность временного распада глобальной экономики на несколько валютных зон.